Термины ВИЧ и СПИД на слуху практически у каждого человека. Оба этих термина воспринимаются большинством людей в нашей стране как что-то страшное, смертельное и очень позорное. Нередко люди путают эти понятия, называя ВИЧ-инфекцию СПИДом и наоборот. Между тем, эти аббревиатуры означают совершенно разные состояния. ВИЧ – это не болезнь. Это вирус иммунодефицита человека, который поражает иммунные клетки нашего организма и вызывает развитие иммунодефицита. ВИЧ-инфекция – это заболевание, при котором в организме человека присутствует вирус иммунодефицита. При естественном течении, то есть без лечения, эта болезнь приводит к истощению иммунной функции и образованию тяжелых заболеваний, от которых человек погибает. СПИД или синдром приобретенного иммунодефицита – это термин, обозначающий глубокий дефект иммунитета, вызванный ВИЧ, при котором развиваются редкие для общей популяции инфекционные и опухолевые заболевания. По сути, СПИД – это финальная стадия ВИЧ-инфекции. При СПИДе наблюдаются такие инфекционные заболевания, как туберкулез, токсоплазмоз головного мозга, пневмоцистная пневмония, грибковые поражения различных органов. Несмотря на большой риск для жизни и здоровья, даже в стадии СПИДа человек не обречен на гибель, так как вторичные заболевания поддаются терапии, а антиретровирусная терапия способна остановить размножение вируса и помочь тем самым организму восстановить иммунную систему. Сегодня СПИДа может не быть вообще. Своевременное выявление позволяет начать терапию современными препаратами, подавляющие вирус, не давая ему шанса разрушить иммунную систему. Сегодня препараты для терапии ВИЧ-инфекции хорошо переносятся и практически не влияют на качество жизни. Очень важно и то, что ВИЧ-инфицированный человек на эффективной терапии не может стать источником передачи ВИЧ-инфекции при сексуальных контактах. Больше информации о ВИЧ и других инфекциях в следующих роликах на нашем студенческом канале «Инфекционный альманах».